Слушайте, да вроде ничего, кабина. 60 килограмм вешу, при росте 172. В спортзал хожу каждый день. А харя пухшая, потому что могу себе пиво позволить и роллы на ночь. Чаечка, ну такие вот, во-первых, жесты, они даже незаконные. Не нужно их тыкать в экран. Зачем? Для чего, а? Всем, ребята, здорово, Саныч на связи. Я, если честно, интерпретацию задницы в кабину слышу первый раз, да, потому что как бы, ну там бампер называют, кардан еще, так это более-менее безобразно там что-то как бы, да, вот, но обычно там что такое более-менее, ну кабина это обычно будка, да, та, которая лицо называют, как бы, ну не знаю, губы видно накачанные, как бы, вот это точно бампера, в принципе, да. За ее жесты палец нужно ей нафиг не буду говорить на камеру, что сделать, потому что это неприятно, да, вот. Ну, а насчет ее кабины, так называемой, пишите комментарии, нормально она у нее или нет.